Сегодня исполнилось бы 85 лет Аскербису Юновичу Кирееву, вклад в ногайскую литературу и журналистику которого неоценим. Он основатель первого в Карачаево-Черкесии ныне издающегося журнала для детей на ногайском языке «Маметекей». На творчество Аскербеса Юновича огромное влияние оказал его друг и наставник, один из основоположников ногайской литературы Фазиль Абдул-Жалилов. Благодаря ему Киреев много писал для детей и о детях. Аскерби Киреев перевел десятки известных зарубежных произведений на ногайский язык. Алла Динаева подробнее. Человек, проникший в тайну детской души. Так, без преувеличения, можно сказать об известном ногайском поэте, посвятившем жизнь детской литературе Аскербису Юновичу Кирееве. Более 50 лет он писал стихи, книги для детей, и эти произведения приносили в каждый дом радость. Продолжает радовать читателя созданный им журнал для детей «Маметекей» «Одуванчик», который недавно отметил свое 20-летие. Аскербис Юнович был очень интернациональным человеком. К нему в гости вот у нас все время, вот мы работали с ним в выходные дни. Суббота, воскресенье у нас двери Маметекея, можно сказать, не закрывались. К нему приходили люди всех национальностей, он всех встречал, со всеми разговаривал. Он голос свой никогда ни на кого не повышал. Он с улыбкой встречал, с улыбкой провожал. Окончив с отличием 7-летнюю школу, Аскербис Юнович поступил в педучилище без вступительных экзаменов. Он со школьной скамьи отличался стремлением к знаниям. Много читал, и уже тогда можно было заметить в Аскербе Кирееве человека творческого поэта, говорят знающие его люди. А произведения, которые выходили из-под его пера, это бесценный вклад в журналистику Карачаево-Черкесии. И сегодня мы, сотрудники газеты «Ногай Даусы», мы вспоминаем Аскербиса Юновича с большим уважением. Мы ни на один день не забываем о нем. Мы все его ученики, и вот каждый день, над каждым номером, когда мы работаем, мы вспоминаем его уроки и говорим: светлая память Аскербису Юновичу, мы долго-долго будем хранить его в своих сердцах. Заслуженный работник культуры России, народный поэт и заслуженный журналист Карачаево-Черкесии Аскерби Киреев – автор почти 30 книг. Он перевел десятки известных зарубежных произведений на ногайский язык. Большое значение Аскербис Юнович придавал именно детским произведениям и был убежден в том, что любовь детей к искусству и поэзии будет способствовать их всестороннему развитию. Я вдвойне благодарен судьбе, что был знаком с талантливым поэтом, профессионалом своего дела Аскербием Суевичем Киреевым. Имя Аскербия Киреева навсегда останется в нашей памяти, а произведения Аскербия Киреева читаемы по сей день. Читают произведения Аскербия Киреева от мала до велика. Я считаю, что Аскербий Суевич Киреев счастливый поэт. Аскерби Киреев умел своим добрым нравом радовать людей, и в памяти знавших его лично останется прежде всего отцом дружной семьи, прекрасным светлым человеком, щедрым верным другом и преданным избранному пути литератором. Алла Динаева, Светлана Кокова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.